Старые ржавые машины, многие давно без колес, мотора и комплектующих. Подобный автохлам можно увидеть в каждом третьем дворе нашего города. Нерадивые хозяева за ненадобностью бросают своих железных коней на улице. В июне 2017-го мэрия города Ульяновска регламентировала порядок эвакуации автохлама. Долгие годы власти города не имели права убирать брошенные автомобили. По предварительным подсчетам, на улицах Ульяновска стоят несколько сотен бесхозных автомобилей. Для начала устанавливается собственник транспортного средства путем направления запросов в уполномоченные органы, в ГИБДД в данном случае, после чего собственник транспортного средства уведомляется о предстоящей эвакуации, ему дается 10 дней согласно данного порядка. В случае неисполнения требований машину увозят на стоянку Ульяновского водоканала на улицу Тургенева. Работа по очистке улиц началась после того, как администрацией был приобретен автоэвакуатор. В числе первых убранных оказался ВАЗ-2106, который несколько лет стоял между домами номер 33 и 33А по улице Камышинской. Владелец может забрать автомобиль, оплатив услуги эвакуатора и хранения. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.